Всем привет из Оренбурга! У нас снова наступила осень, растаял снег и на улице вода. А в этом видео я хочу предложить решение проблемы для тех, кто не может в данный момент заказать на сайте компании аромавизитницы. Безусловно, аромавизитница – это наш главный инструмент. Что я сделала? То есть люди, которые ищут причины не делать. Я всегда ищу возможности, как это можно сделать. У нас есть у каждого личный кабинет. Там мы скачиваем макет набора для аромавизитниц. Даже если он у вас скачивается иероглифами, ничего страшного. В любой типографии есть программа, которая читает эти иероглифы. Либо нужно установить программу на компьютер, и проблема решена. И сейчас я иду в типографию, скинула этот макет на флешечку, закажу себе то количество, которое мне нужно, и буквально в течение дня-двух я буду с отличным инструментом, чего я вам желаю. Все, пошлите, пока. А, и кстати, это повод, вообще прекрасный повод рассказать о наших ароматах. Супер, пошлите. Так, вот мы пришли в печатный салон «Цифра». Узнаем цены. Берете на бетуалет, это не кожа. Гоша. Есть тут какие-нибудь запахи? Имеете знакомые? Нет, я только не смотрела, но давайте я посмотрю потом. Просто знаете, какой смысл? Сейчас компания развивает в Оренбурге. Компания Армы. Это самостоятельный бренд. Он берет сырье на том же заводе во Франции, Оржеве, где делают брендовый флакон. Он только разливается в России. По сути, нам без разницы же, чем это Да, стойкость я проверила. 20% концентрация. Запахи в целом похожи. Я не говорю, что они прям 100%, потому что просто есть ароматная позиция, которую берем за основу. Понятно, что делаем там у каждого свое обоняние, кому-то кажется прям 100% похоже, кому-то нет. Но в целом можно подобрать запах, который подойдет именно вам. Некоторые, вот мне девчонки уже берут там по 2-3 флакона, ну вообще один в один. Кто-то вместо дёрна, например, поменьше, то есть он как-то порезче. Но опять же на любителя. И самое главное, что там флакон 1500. Ну вот есть коллекция амплуа. Ну это селективная парфюмерия, они более раскрываются интенсивно. Она 2,5. Но она в ритуале под 7 и до 7 марта. Я видела, да. Вот такие. Я не знаю, кто такие ароматы покупает. Я отсюда пользуюсь молекулой, очень довольна. А классика 1500. Так что это имейте в виду. Ладно, хорошо, спасибо. Сэкономлю ваши деньги. Вы мои, я ваши. Сейчас тогда прям секунду. Я там подготовлю. Ага, спасибо. Я вам тоже оставлю, наверное. Да я что-то для вас увидите сегодня. Ну, для рекомендаций просто смешиваю. Есть брендовая парфюмерия, есть сейчас новый бренд Армы. Состав берется такой же французский, как брендовая парфюмерия на заводе во Франции Оржеве, но развивается в России. Поэтому флакон номерной, состав французский. Запахи очень похожи на брендовые, если вы хотите, можно, конечно, принести. Слушайте, коллеги, я просто в отличном настроении заказала наборы для аромавизитниц даже дешевле, чем в компании получается. Ждать всего 2 дня. Сейчас иду покупаю сами аромавизитницы, к концу недели делаю, на выходных уже буду бомбить город. Цена дешевле. Девчонкам рассказала о наших ароматах, они заинтересовались. Ну супер, супер, что могу сказать? Идем работать? Идем работать! Всем привет! Суббота, вечер. Я раскладываю аромавизитницы. Процесс очень долгий, но я понимаю, какой результат он может принести.
делаем всей семьей. А ведь кто-то говорит, что сейчас нет наборов для аромавизитницы на складе. А те, кто хочет, они всегда есть. Идем в любую типографию в городе и печатаем. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.